На мой взгляд, определить малокомплектную школу очень просто. Норматив подушевого финансирования определяется Оренбургской областью. То есть, сколько стоит обучение в школе, определяет область. И вот я считаю, если тех денег в расчете на одного ученика, который утвердила Оренбургская область, правительство Оренбургской области, для существования школы не хватает, то такая школа есть малокомплектная.